Развлекательный центр для детей. В городе Тайынша открылся первый игровой комплекс. Его построила местная бизнесвумен. На аренду и ремонт пустующего здания предприниматель Салтанат Нурахметова потратила 15 миллионов тенге собственных средств. Площадь объекта составляет 500 квадратных метров. Из них 300 отведены под игры детей, а остальные – на кафе. Здесь не было места для таких детских игр. Мы ездили в Кокшетау. Но чтобы туда ездить, уходит много денег. Потом у меня возникла идея открыть такой центр здесь. С сегодняшнего дня мы начали здесь работу. Развлекательный центр рассчитан на 50 детей в возрасте от 1 до 12 лет. Необходимое оборудование привезено из Алматы. После проверки на прочность и безопасность открыли новый комплекс. Раньше детские центры были только в Кокшетау. Когда я ездила в Кокшетау с двумя маленькими детьми, у нас уходило 15 тысяч тенге. Расходы были большими и время много теряли. Сейчас очень рады, что открылось у нас в городе. Вход в игровой центр стоит 2000 тенге, без ограничений по времени. Действуют также скидки для многодетных семей и детей с ограниченными возможностями. Камиля Хамидуллина, Айнур Дусан, служба новостей.